Добрый день, вы смотрите «Частные истории» в студии РЕН-ТВ Оксана Барковская. Певица Юлия Михальчик звездой эстрады стала вопреки отцовской воле. Выбор ее профессии чуть не стал причиной раскола семьи. Мама способствовала всегда. Если папа, он очень ровно на это смотрел, впоследствии вообще как бы препятствовал. Ну, не то, что препятствовал, да, был против. Когда Юля попала на фабрику звезд, сомнения отца развеялись. Мама торжествовала, а папа написал проникновенное письмо дочери. Он рыдала, плакала, что доченька. Всю историю, наверное, я услышала, вот, в письме услышала такое, увидела такое обращение, доченька. Я, вот, конечно, расчувствовалась очень этому. Ну и вот с того момента у нас эти отношения наладились, потому что у нас были очень сложные всегда отношения с папой. Сложно ли, просто ли, зимами, веснами все, что болело, прошло? Дальше она добьется всего сама. Выступления, альбомы, деньги и эта квартира в Москве. За все старания мамы и даже за протесты папы Юля очень благодарна.